А это, посмотрите, брюки. Брюки Светлана. Отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стройнее, как минимум на 2 размера. И я объясню, почему. Дело в том, что это брюки Светлана из ткани стрейч, которые прямые по силуэту, а это значит, что они подходят на любую фигуру. Посмотрите, какие интересные расцветки. Сдержанные, приглушенные, а в то же время благородные. Они раскрасят ваш гардероб. У вас есть черные брюки, я знаю. Возьмите, смотрите, какие у нас богатые расцветки. Малахит, вот этот красивый нежно-зеленый и цвет давай покажем бургундия. Более подробнее, да? Это малахит, цвет на стыке зеленого и такого цвета морской волны. На мне, кстати, эти брюки. И цвет бургундии, или цвета бургундского вина. Так. Вот. У нас сегодня много сочных и интересных вещей. И в данном случае это брюки, говорят сами за себя, потому что это фабрика Палла, а это отменное качество. Ну и, конечно, крой, безусловно, тоже заслуживает внимания. У нас сегодня распродажа, а это значит, что мы предлагаем не просто готовые образы, где вам не нужно думать, что с чем сочетать, но еще и отличные цены, замечательное предложение. Да, менее 2000 рублей. Посмотрите, мы сейчас вам доказываем, что брюки Светлана вы можете носить абсолютно по-разному. И с блузой Лучия, как на Зуле, и с блузой Констанция, как на Лале. Записывайте, возьмите карандаш, смотрите наш телеканал, или имейте под рукой ручку-карандаш, записывайте название лотов, чтобы успеть их заказать. Брюки Светлана, я хочу более подробно показать преимущества этой модели. Дело в том, что, посмотрите, я ношу 48-50 размер, Лаля носит 52-й. Но даже невооруженным глазом видно, что эти брюки стройнят. Не правда ли? Это главное их преимущество и самое главное качество. Конечно, здесь есть корректирующий эффект за счет того, что ткань немножечко тянется. Но при этом тянется она не столь сильно для того, чтобы не было как бы разбалансированности, чтобы она сидела идеально на фигуре. И в нашем случае, посмотрите, вот это вид. Идеальная посадка, насколько красиво она облегает фигуру. Но и еще самое главное, что дизайн этих брюк сделан по подобию джинсов. То есть мы все знаем, что джинсы стрейч, они облегают фигуру, делают нас стройнее. И в данном случае использована такая же техника. Вот накладные карманы сзади, при этом такие вот клепочки. То есть все это выглядит очень красиво, премиально, по-настоящему готовый образ. И эти брюки, с одной стороны, казалось бы, можно сказать, что они спортивные. То есть можно носить со спортивными вещами. Но мы выбрали вот такую блузу, которая выполнена из атласа, поэтому вы видите, что это уже совершенно праздничный образ. И в моем случае тоже. Это универсальные брюки, в которых вы будете чувствовать себя очень красиво, удобно. Я думаю, нужно обязательно проговорить название образов на девочках. Записывайте. Зуля выбирает блузу Лучия и брюки Светлана, а наша модель, вторая Лали, выбирает блузу Констанция и брюки Светлана бордового оттенка, так называемый бургундии цвет. Вот он сейчас на ваших экранах. И как сказала Зуля, мы видим, что здесь взяты за основу именно джинсы. А мы все с вами прекрасно знаем, что джинсы уже не одно столетие удерживают первенство вот именно по крою. Почему? Да потому что они садятся идеально. Просто здесь компания Палла выбрала другой материал, да, и тем самым сделала эти брюки еще более интересными. За 1999 рублей вы экономите 1700 рублей сейчас. Так что действуйте, звоните, мы ждем вашего звонка. Я хочу обратить внимание, что у этих брюк есть еще одно интересное условие. Здесь есть шлепки, а это значит, что эти брючки можно носить с ремешком, либо даже какую-нибудь цепочку продеть, и, пожалуйста, праздничный образ готов. Да. И я думаю, что есть еще одно преимущество этих брюк, это то, что они имеют 2 цвета. Мы уже говорили, что это такой зеленый цвет на стыке с цветом морской волны и цвет бургундии или бордовый. Это, кстати, популярные цвета этого сезона, и к ним очень легко подбирать вещи разных цветов. Кстати, если вы никогда не брали брюки других цветов, нежели черные и серые, вы теперь видите на практике, как легко сочетать брюки красивого оттенка зеленого или бордового с блузой. Вы видите, что проще простого, и ваш образ получается более продуманным, более элегантным, более дорогим. 1999 рублей. Это цена распродажи.